have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Туник, он же Туника, он же Лисенок. Мы получили фонарь, атрибут, который нам нужен абсолютнейший для того, чтобы исследовать... Зачем я сюда? Подземные локации. Подземную, как минимум, одну. Мне эти кости не нравятся, у меня такое ощущение, что это сейчас все встанет к черту. Это... переход куда-то дальше. Подождите, а там я вроде как вижу выход на улицу. Давайте рискнем. А, да? Это тут? А наверху что было, напомните? Я ж туда зачем-то лазил. А, да, тут крюк. Крюк. Тут центральные золотые ворота. Все, я более-менее понял, где мы и как мы тут оказались. Очень прикольно, локации закольцованы, закруглены так. Но туда нам вроде как не надо. Вон туда нам надо, но я не знаю, как нам туда добраться. До вон той подсказочки. Да, отстань от меня. Получается, тот самый темный проход. А, без фонаря мы бы не увидели. Да, тут есть лестница. И тут есть проход дальше. Без фонаря мы бы просто не смогли тут дальше идти. Темная гробница, здравствуйте. Вот, теперь я понял, где мы находимся. Итак. Длинный коридор с пятью крестиками, возможно, враги. Ага. Ну, поехали. Это будет сложно. Здрасте. А вас как в Dark Souls нужно будет тоже дважды убивать, не? Вроде нет. Ай, блин, их по горящим глазам, кстати, видно. До свидания. Я вас понял, это ловушечки. Ловушечки. Я понимаю, что... А, вот 5 иксов, это было 5 ловушек, которые были выставлены. Я тебя перебью, так. А... Хватит. Стоп, стоп. Ай! Они прям моментальные! Между ними ничего нету. Подождите. А вот эта лестница тогда, вот она где? А, это вот эта лестница возле центральной гробницы. Я понял. Так, 5 ловушек. Может быть, там где-то есть еще стены с секретом, но я не уверен. Вот эти кирпичики, они выглядят подозрительно, но они повторяются, эта текстура повторяется, поэтому я не знаю, возможно... Так, тут аккуратненько проходим. Мне это уже стоило одной бутылки, и то я не целиком излечился. Ага, вижу тебя. Фиг тебе. С лошадину голову. Как мне туда наверх, по-моему? Возможно, это гробница... Нет! Да, и вылезла ачивка. Упс. Я не ту кнопку начал спамить. И тупо выкинул 2 ледяные гранаты. Блин, какая боль. Твою за ногу. Вон еще что-то горит.
Это что-то побольше было, кстати. Ачивочка, упс. Много хотите. Идем, идем, иди сюда. Сюда, сюда иди. Я тут. Да я тут, ты чё? Ты чё, на лестнице наверху? Хорошо. Показал мне, где лестница, спасибо. Крепкие ребята. А, погоди, это... я не могу на эту лестницу забраться. Так же, как и на эту, да? Да. До свидания. Ну, это вход в комнату. Итак, по карте у нас... мне показывают на две вот этих вот могилы. Я понял. Итак, у нас откроется вот это. Меня бы там прижало, кстати, запросто сейчас. Но это не объясняет, как я заберу сундук, потому что, смотрите, лестница вот с этой стороны, она такая перечеркнутая, как будто ее там нет, но ее понятно, что там нет. Но как будто она там должна быть. Просто я по-другому никак сюда не заберусь. И ясно, что к тому сундуку я должен прийти сверху. Видите, эта лестница то... Я как-то на нее зашел. Ёпарасоте. Я что-то получил, не знаю, что это такое. То есть получается, что все-таки вот эта лестница, она у нас рабочая. Крутяк, поехали дальше. Сейчас из одного из этих горшочков что-то как вывалится на меня. Я офигею просто, да? Лазеры! Вы издеваетесь! Не ловушка? Нет. Так, получается, это просто перешеек, да? Вроде как выглядит именно таким образом. О, это какая-то еще бомба. Неплохо. Вон сундук. Тут постоянно срабатывает... Отлично. Ловушки на них тоже работают. Окей, будем знать. Третье! Да, значит, из трех осколочков мы получаем еще одну бутылку. И она даже не пустая. Как то можно было бы подумать. Блин, а деньги-то мне отдайте за него. Ладно, я вас понял. Деньги, какие деньги? Ха-ха-ха!
А вот это будет сложно. Ай, больно. А если перекат-перекат? Убьет! Убило. Ну, теоретически возможно. Нет. Ну, типа, да. Блин, далеко. Больно. До свидания. Мне это стоило одну бутылочку, блин, наверное, даже две. До свидания. Деньги. А, может, к ним можно было... Да, к ним уже можно было по-другому пройти. Че я полез через колючки? Тут же можно по-человечески пройти, просто в обход. Но, с другой стороны, сундук тоже не такой уж и ценный, потому что, ну, просто деньги. С другой стороны, у нас и просто деньги. Фух, забираем. Что у нас? 1446, что неплохо. Больно. Да ну на этого наведись, пожалуйста. Я две жахну. Мне вот вообще не влом. В общем, тут нам просто показывают, что это так работает. А ты там уже типа сам решай. Смешно. Это какой-то мощный дядя. О! Ты издеваешься нафиг? Его же самого и расфигарило. Но я остался без бутылок и в критическом состоянии. Не фан. Так, а эта карта нас... Прям какие-то белые. Зачем вот это было? Что там? Золотая монетка. То есть даже когда вот пропадает такая синяя тень, ты еще какое-то время туда идешь в сторону стенки, блин, нам бы вылечиться. Ага, шипы. Вижу. Значит, тут у нас прям весь комплект. И шипы, и все, что хочешь. Я понимаю, у меня тоже мерцающий красный экран поднапрягает, но я с этим ничего сделать не могу. Ну что, тот дядька нас хорошенько так покусал. А! Я только потом это заметил. Ладно. Ну, давайте посмотрим на вещи позитивно. Значит, теперь нам очень далеко идти. Ладно, это не позитивно. Нет, вот этих ребят я убью, потому что они очень надоедливые. Во-первых, они несложные, во-вторых, они очень надоедливые, могут мне в спину напихать.
Мне это не надо. До свидания. А, осторожно. Фух. Опасненько. Вниз, пожалуйста. Мне моя голова дорога, как память. Я не знаю, что с тем здоровым чуваком теперь делать. Ну, то есть, так-то он мне нафиг не нужен. Спасибо. Денежку в студию. Мне бы чем-то стрелять, серьезно. Какой-нибудь лук, какое-нибудь что-нибудь такое. Было бы прям хорошо. Он меня, ну, он меня тоже отпихнул просто на шипы. Неприятно. А, так. Вот нам и дали посмотреть, типа, чем это чревато. Выпью одну бутылочку, чтобы быть фуловым. Ну вот и все. Нужно было сразу так сделать. Че с ним полез драться? Дурак. Так, ладно. В прошлый раз было как-то лучше. Вон та штука меня убила, да? Вроде да. Открываем. Свет, наконец-то. Я не очень люблю темные уровни, не очень люблю мрак. И, ну, то есть это напряжно? Понятно, что это напряжно. А вот, кажется, да? Или нет? Знать бы еще, что это означает. Знаете что, ребят? У меня супер идея есть. Во-первых, кстати, мы находимся. Потому что с той стороны можно пойти, подняться. Или я тут уже был, погодите. Ну, тут на самом-самом верху я прямо уже был. Я не помню, по вот этой лестнице я уже поднимался или нет. Но, ладно, это нас закруглило. Я, наверное, схожу между сериями и по... Здравствуйте. И посмотрю все вот эти значки, что они значат и что мы вообще собираем. Как это вообще все работает. Потому что, ну, крайне интересно. Деньги мы нашли. О, смотрите, внизу золотой вот этот осколок. Мне нужно ударить... Это же у нас второй получается. Ну да. Вторая колокольня. И таким образом я оказался... Ну-ка, давайте почитаем. Западный сад. Спасибо. А у меня есть карта западного сада. Верхний мир. Это прям основы. Под колодцами, под землей, это мы вроде как все прошли. Ну, не все. Я там, например, вот тут возле костра нашего не нашел там сундук сверху, не смог найти путь к нему. Тут, возможно, что-то еще осталось. А, это интересно. Так, хранители... А вот это чья карта? Лягушечье владение.
Разрушенный атолл. Это не то. Блин, вроде как, опять же, мы закруглили целую локацию, но прям очень-очень хочется еще немножечко продолжить. Во-первых. Во-вторых, хотелось бы найти здесь еще костер. Западный сад. Хотя я думаю, что он тут будет или, ну, прям в начале, или что-то такое было бы. О, труба у нас в начале. Вон, вижу... Вижу костер. Не уверен, что это прям ближайший к нам. Но мне кажется, я вижу, как к нему добраться. Если это у нас основная дорога, тогда тут что? И насколько же красивый этот мир. Просто уникальнейший. Здесь покоится настоящий герой. А ты мне ничего не подаришь, дружище. Очень хочется. А, ладно. Могила настоящего героя. Вторая. Получается, нам сейчас сюда... Здравствуйте. Да ладно, тут ничего нет. Да ну ладно, тут ничего нет. Ну такая нычка, ребят, ну вы чё? Эх, печаль. Да, мы сейчас приходим прямо к костру сюда. Давайте его активируем. Второй колодец маленький, смотрите. То есть колодец? А? Окей, а? Окей. Мы отсюда можем. Это будет наш шорткат. Откуда-то. Я не знаю. Вроде как все складывается, вроде как все норм. Не знаю пока что. Сюда. Вон там сундучок, вижу. У меня должен появиться или прыжок, или еще что-то должно появиться. То есть, ну, явно вещи лежат на большом расстоянии от меня. Привет. Больно. Так, ладно. Он меня разочек куснул. Я его разочек убил. Дальше можно сюда. А тут тогда что? О, погодите. Я понял. Да. Совет по выживанию. Используем предметы. Используйте особые техники. Сверяйтесь с картой. Да, спасибо, это я учел уже. 20 монет что? Постоянно устаешь, зажми А. Следи за шкалами. У меня даже магическая шкала еще не появилась. О, нет. Я же, по идее, должен быть магом. Наверное, я не знаю. Может, это, кстати, следующая билка, которую нам дадут. Я еще не знаю. А! Ой, тут по мелководью можно пройти. Но опять же, значит, я не могу тут кувыркаться, если мелководье. Туда пока что никак. А, ну его нафиг. Будем на фуле здесь. Не успевает появляться кнопочка, и ты такой нажимаешь, а он вместо этого кувыркается. Так, это нам предлагают сходить туда и туда. Это шорткат мой? Неизвестно. Такие корни квадратные. Привет математикам. Погодите, а туда тогда что за дорога? Может быть там просто какой-то тупичок? Я сейчас правильно иду? Нет, тут просто какие-то развалины. Тут даже дороги как таковой нету. Просто развалины вот эти. Хорошо, что я вернулся. Меня бы потом это мучило.
Новая локация, новая зона, интересно так все. То есть на старых локациях ты уже более-менее в голове нарисовал какую-то карту, уже что-то как-то понятно, где что находится, а тут просто познаешь все с нуля, такое офигенное ощущение. Ну, как бы, как во всех этих играх, в бродилках таких, это просто супер. Так, что тут тогда? Опа. А, вот он и шорткатец. Если б тут не было сдержания, я бы сейчас улетел просто. Но нет, граница карты меня сдерживает. И... А, какая-то ягода. Ягода, перец. Да, надо будет все это почитать. К тому же, там была цифра 4. На этих монетках, может, если найти 4 таких монетки, что-то станется. Ну, это прямо сюда, на костер нас ведет, чтобы мы большой обход не делали. Можем пройти здесь. Но ведь там же тоже что-то есть. Эта игра не была бы этой игрой, если бы там ничего не было. Так, еще одну лисью голову мы нашли. У нас их 3, и 3 монетки. Уж не знаю. Но они вроде как валяются в consumables. Посмотрим, может это как-то одноразово можно применить. Кто знает. И также нужно смотреть на затопленные такие проходы, потому что мы можем по мелководью тут где-то пройти и сами нет, этого не понять. Что? Что за телевизор с ушками? Ай, больно. Не, оно стреляется. А их 2. Просто заспамил. Так, пару хилочек сюда вкатим. Хорошо, кстати, что бутылочек уже 4. Это радует. Кстати, а там ничего нет? Нет? Вот это выглядит немножко опасным. О, это выглядит как опасные противники. Потому что они летают, они стреляют. Это никогда не хорошая комбинация. Дайте мне еще какой-то шорткат или что-нибудь такое, потому что... Ой, блин, их тут опять 2, 3. Ну да. Я видел, что у меня есть еще бутылочка, но просто я бы эту бутылочку бы просто не выпил бы, не успел бы. Где там этот мостик был? Нет, не здесь. А, да, здесь. О. Давайте я схожу, заберу свои души просто. Как... Тебя тут раньше не было. Дружище, ты зря встрепенулся, ты до меня не доберешься. Это назад. Ты там бегай, бегай, конечно, но... А ты чё бегаешь? Блин, ко мне сейчас приедут, по-моему. Я пошел. Я вам не нужен. Она меня заморозила. Это я сам себя сейчас... Нет! Души, блин, нет! Нет, вы чё? Да ну как? А сколько... А я не знаю, сколько у меня было, сколько я потерял. Ну хотя бы эти-то надо пойти забрать. Я на панике иногда начинаю нажимать на кнопки, в этом нет
Вообще ничего хорошего. Вон та штука сверху с моста на меня вылетела. Я теперь понял. Тут есть еще одна, если что. Вон они, вот эти вот лупоглазенькие такие. Вон еще. Вот так вот. А! Больно. А сколько вас тут? Вы чё? Нет, нет, штука все-таки замораживает. Успокойся, вы. До свидания. Вон, смотрите, там сундучок золотой какой красивый. Чё мне делать с теми? Не, ну, наверное, греночку какую-нибудь им туда, правильно? Ну что, так-то я их не осилю. Нет, нет! 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 Да ну блин, вы длинные какие! Я хотел... Да, короче, это то, как мы это делаем. Мы деремся с ними по одному. Но фишка в другом. Что я был выдохшийся, и из-за того, что я выдохся, я получаю больше урона. Меня это просто сожрало. Сейчас, все-таки последний раз идем за душами. Ну его, я понял, что это место мне не радо. Блин, я не туда пошел. Ну, опять же, естественно, мы будем продвигаться дальше. Просто уже со свежими силами в следующей серии. Я сейчас просто хочу пойти забрать души. И вернуться обратно. И все. И все. Не трогайте меня. Они, кстати, его пьют. И друг друга тоже, если что. А, фиг тебе. Сколько у меня денег? 1600. Похоже, я все-таки какой-то стек потерял. В прошлый раз. Это, в принципе, логично. Это все-таки... Отдай сюда. Сейчас я буду юзать хилочки, потому что мне уже пофиг, я возвращаюсь. Ко мне максимум вон там еще дрон сейчас прилепится, но это не страшно. Так, нам сюда. Вот смотрите. А сейчас он не вылазит, что, кстати, странно. Да залезь ты уже. Вот так мы три раза сходили за собственными монетками, но в конце концов мы их вытащили. Ладно, супер. Между сериями. Между сериями похожу, почитаю, что у нас есть, что у нас тут за вещи. Предложи... На костре предложить? За 100 монет. Это все можно продать на костре. Не, погодите, а вдруг их можно скомбить за что-нибудь? То есть я не хочу их просто продавать за деньги. Деньги у меня есть. Я понял. То есть это у нас, как минимум, их можно продать здесь, чего я делать пока что не хочу. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.